Девчонки, смотрите, вот так я сушу свои мелочки, глыбы. Ну, сюда я потом, когда... Вообще, я здесь кушаю. Этот скатерть постелю, потом я ее убираю, потому что... Ну, потому что убираю. Вот такая красота, смотрите. Çok güzel değil mi? Böyle ben tebeşirlerimle kurutuyorum burada. Çünkü böyle kurumalıydı. Но они... Нет, такая погода у нас, девчонки. Это точно не знаю, когда высохнет. Посмотрите, какой закат. Я, в общем, здесь сижу и смотрю на ту сторону. И кушаю, да? Но сейчас прохладно. Уже... Ну, невозможно просто на улице сидеть, вот это мерзнуть и кушать. Жесть. Вот. Бейле. Ой, мамочка. Здесь у меня... Я так хотела здесь прям мангальчик сделать, знаете. Но мне сказали, что нельзя, и что будут жаловаться туда-сюда. Вот такая у меня площадочка. Красивая. Детки играются. А вот там я уже позанималась своей спортивной там эти свои зарядочки поделала. Вот. Вот это у нас футбольная площадка закрытая. И при днем вот такое вот что-то такое там, не знаю, учат или что там, в общем, построили. Вот. Это мои окна. Те тоже окна мои. В общем, вот так, девочки. Вот там строится, вот там. Строят дом еще один. Вот. Вот такая красота. Реально красиво так. Вечером, знаете, вообще. Здесь у нас, кстати, вот терзи есть и химчистка. Бели. Ордакиля вот эти тоже сдают в аренду. Пустое помещение. Здесь Аюзбир. Вот. Вот так у меня здесь красивенько, спокойненько. Видите, вот там долины всякие, поля, не знаю, уже засеяны. Вот это то, что желтое уже, там вот сейчас покажу, это уже пшеница сохнет. Да, это пшеница. Уже выросла, уже сохнет, в общем, подсыхает. Вот так вот. Красота. Ляпота. О, в Айзбире арбузы. Карпузла гельмиш. Айзбире. Бака. Бенебеклёлар кальба. Девочки, у нас здесь столько собак. Вы не представляете. Столько собак. И вот их кормят. Знаете, сейчас я вам расскажу. Такую маленькую историю. В общем, у нас здесь собаки, которые лают на всех. Кто-то у одной женщины ногу откусила. В общем, вот эти уличные собаки, их здесь штук 8 ходят. И все белого цвета. Вы знаете, так интересно. Как на подбор. Потом эта женщина пошла, пожаловалась. Приехала, в общем, машина. Забрали всех собак. Отвезли в этот... Ну, где у них там этих собак-то смотрят? Есть у них отдельные такие места тоже. В общем, туда отвезли. И что вы думаете? Тут у нас есть две женщины, две бабуси, которым делать нечего. Они смотрят, они подкармливают этих собак всегда вот там, где-то вот там. Они раньше вот здесь подкармливали, да, прямо здесь. Потом начали все жаловаться, потому что, ну, не пройти, собаки-то огромные. А потом вот там они стали их кормить, короче, и этот...
И после того, как этих собак забрали, эти две бабули пошли туда, сюда, к нам, к Мухтару. Там, ну, главный, да, здесь. И пожаловали, сказали, вот, вы наших собак куда-то отвезли, пожалуйста, привезите обратно их, потому что мы их кормим, тут за ними смотрим, типа мы без них не можем жить. Угу. И что вы думаете? Эта машина обратно поехала туда. А, и еще они сказали, привезите только наших собак, вы понимаете? Которые здесь были. И вот там еще сколько-то штук определенно, они еще знают, 7-8 штук их. В общем, эти, которые поехали, тех собак уже не было. Там и забирают же тоже, вот кто там в частном доме живут. Они могут туда пойти и взять себе собаку. И, в общем, они всех собак не нашли. Взяли еще вдобавок других собак. Тоже такого же цвета. Она доходит там. И привезли вот сюда обратно, представляете? А я так обрадовалась, собак нету, думаю, ой, как хорошо, девчонки. Вот честно, я выхожу, я боюсь собак, ну еще тем более вот таких огромных. И тут думаю, что-то собак не видно, так обрадовалась, не успела обрадоваться, тут как тут опять собаки появились. А потом сосед этот наш, вот этот Терзи, рассказал нам эту историю. Сказал, вот так-то, так-то. Представляете, говорит, этих собак привезли обратно. Еще и не наших тоже вдобавок, которые здесь ходили, бродили. Вот там одна, видите, Аюзбер охраняет. Вон, лежит. Вот. И вот так эти бабуси, прям они здесь, я так поняла, прям руководят парадом. Привезли для них этих собак обратно столько жильцов против. Эти две бабушки, понимаешь, и пошли пожаловать. И эти, как можно, я думаю, что это абсолютно неправильно. Как можно из-за двух бабушек привезти столько собак, и вот эти дома все против, понимаете? И никого не слушает, никто. Да, тут закон с животными, приоритет какой-то прям, я не знаю. Вот так вот, девочки, бывает. Я была в шоке. Я говорю, боже мой, как так можно, говорю. Но они же, видите, и кусают же. Если... А они еще знаете какие? Я вот здесь же хожу. Я хожу, вот у меня, в общем, ходьба, я вам сейчас покажу. Выхожу отсюда и хожу вот туда вверх. Где-то 2 километра туда и 2 километра обратно. Отсюда одна собака ко мне как приклеится, и она идет вот так вот со мной вместе. Туда и сюда. Да. И я боюсь, она же сзади идет. Думаю, ну вдруг укусит, вдруг я там не так шагнула, как цапнет мне там за мягкое место. Ну и представляете, что будет с Машей. Боже мой. Вот так вот. Ой, дождь помыла эту террасу такая. Я же ее мыла 2 раза. И дождик помыл. Вот так вот сушатся мои мелочки. Görüşürüz. Merhabalar, nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Мои девочки, всем большой привет. Как у вас дела? Ой, даже охрипало уже. Как вы поживаете, my dear? Hello. Девчонки, если честно, у меня здесь такой бордельник. Вообще жесть, короче. Все коробки раскрыла, и практически все коробки пустые, представляете? Ужас, ничего не осталось, почти все продала. Получаю и не успеваю. Короче, сегодня получила. Бюген каргом гельде, тазе, тазе, Богородская. Ама, о кадар, немлики курытмам лазим. Бейле Богородская. Шуна бакан на кадар гюзяль тозлу. Ай, девчонки, ну, в общем, там было 2 килограмма, уже половина нету. Вот, и получила белая гора. Давно ее у меня не было. Она у меня давно уже закончилась. Такие куски. Биаздар гельде бюген. Ве немли табике бейле. Бюк-бюк парчала. Beyazdağ.
Ну, они влажные, девчонки. Наверное, не будем их пробовать. Что их пробовать? Они такие влажные. Вот прям сильно. Это Богородская, это Белая гора. Белая гора у меня тут сколько? Килограмм, наверное, аман. Килограмм, наверное, я так думаю, 3. Я думаю, где-то 3 килограмма. Ючкило гибивар. Еще и Богородская. Ики кило. Айшуан. Ики кило да калма, да? Вот. Бунларвар. Есть у меня еще мои мега-бруски. Мега-бруски. Вот. Это у меня Антошка. Антошка вар. Антошка чок кисель бьем с вас. Хэмдэ юмшак. Хэм да бэлэ каймак гиби. Вэ Севрюкова. Девчонки хотели разнообразия. Какое-то, да? Давайте завтра я сниму разнообразие что-нибудь, да, такое? По просьбе там девчонок. А сегодня так покушаем. Потому что... Ничего не приготовила девочки. Только что пришла. И вообще видео, думаю, снять, не снять. Думаю, надо снять. Аленка. Аленка, банан горе без яглы. Она для меня жирная. Вот реально жирная. Даже не знаю, что поесть. Все закончилось, ничего не осталось. Боже мой. Так хотела поесть. Хотела поглотать. Мои девочки сейчас скажут, ой, опять одно и то же. Девчонки, ну мел это одно и то же, честное слово. Да, его можно, конечно, в разном виде кушать. Велюр.
4 пуста. Немножко пожиже. Класс, куда идем? В сухом виде попробуем. Офигенный вкус, просто. Туркестан классика. Мухтишам тады.
Уже немножко поем. Рот весь глиняный. Ничего страшного. Так хотела. Вы знаете, как я раньше йогурт ела? Ну, и я сейчас тоже так же ем. Ничего не раньше я его пила. Я его не ела. Я пила. Да. Я покупала такую пол-литровую. Банановый я любила очень. И вообще люблю банановый. Открывала эту бутылку, и я разом выпивала пол-литра йогурта. Да. В Бишкеке продают, когда туда к маме ездила. В Бишкеке продают такие йогурты в бутылках. Литровые, пол-литровые есть. Я так их люблю. Вообще для меня их вкус вообще вот какой-то необычно, очень вкусный. Я покупала эти пол-литра где-нибудь даже там. Проголодалась-то, раз купила, короче, и выпила разом. Да, холодный такой, это так круто, девчонки, ой, вообще. Вот это чуть погуще, но тоже идет хорошо. Я вообще, Маша любит кушать вообще. Аппетит, будь здоров. Ну что, мои дорогие, вот такая маленькая распаковка, маленькая там что-то там поели мы с вами. Туркестанчик. И это Аленка. Севрюкова поели. Плюс классику поели. Доели классику. Девчонки, классика. Но она вообще вот идеально подходит для моих зубов. Такая, да? Надо же их немножко беречь. И она такая, знаете, мягкая. Да, она не прям звонко хрустит. Но такой комфорт для зубов. Вообще шикарный. Но у меня его больше нет. Это был последний кусочек. Дженлерим. Чок тысячи кредитом. Бубис де Туркестан киледе. Чок гюзель. Şey kokuyor. Yağmur yağıyor ya. Böyle biraz ıslanıyor ya yerler, toz falan. Öyle koku. Oh, süper süper. Bu tebeşir. Mega. Mega büyük böyle. Alenka. Здесь у меня Alenka и... Аленка и Элен, вроде бы. Севрюкова. Бу. Антошка. Мягкая. Суперкомфортная для зубов. Ну, она, конечно, звука вообще не слышно, когда кушаешь его, ничего не хрустит абсолютно. Было очень вкусно, мои дорогие. Ну, в ближайшее время, я не знаю, ожидается ли. Да вообще в карго у меня, да, много там мела. Кстати, Янюточка, дорогая моя, большое спасибо, если вдруг кто-то смотрит, а кто знает Янюту, может, передаст. Я получила твою посылку последнюю. Большое спасибо. Вот. Вчера, я же говорила, вчера получил братишка. Он, оказывается, не поехал, не забрал. Он сказал, мне смс-ка пришла, что пришли. Он сказал вчера, я получу, постараюсь. Я думала, он получил, потом я с ним не списывалась. Нет, он сегодня написал, сегодня я забрал, сказал. Вот. Ну ладно, я сказала, оставь себе во двор пока. Чего его тащить на третий этаж? Мамка на третьем этаже живет. На третий этаж... Тащить смысла нету, опять спускать и опять его везти туда. Я говорю, если это можно, у себя оставь, говорю, потом понемножку будешь этот в каргу отвозить. Вот, как-то так, мои дорогие. У нас такие дожди, вообще ужасные, девочки. Я приехала с Кызылая до дома. Я не знаю, сколько часов прошло. В общем,
высадили нас с метро где-то там в середине, я забыла остановку. Какой-то БТП, что ли? Что такое? Короче, высадили там, сказали, на другой сядете. Там затоп, вода этот, от дождя. Мы сели на другую, потом нас опять высадили. Потом мы сели опять на другое метро. В общем, вот так я доехала до дома с горем пополам. Девчонки, вообще, если честно, жесть вот в метро. И я прям начала задыхаться. Хочу улицу увидеть. Прям, знаете, так плохо. Уже начала сидеть, читать все молитвы, которые обычно я читаю. И думаю, о, Аллахом, помогите, чтобы мы отсюда вышли. Так, ну, страшновастенько. И вот это вот давит. В общем, вышла в свет, ой, так обрадовалась, села на свой автобус, в общем, и приехала сюда. Довольная, голодная еще вдобавок. Где-то сегодня я съела один лахмаджун, но этого было мало. Ну как, на тот момент это было нормально. Сейчас опять скажете, Маша жрет и худеет. Это я сейчас немножко проголодалась, да. Но я сегодня сделала шорпень, короче, такое, со своим ногутом. Вообще, я так люблю его, так полюбила. Еще хочу туда разбить одно яичко, ну, чтобы оно целое сварилось. Как это, пашот, да? Вот. И, в общем, пойду куплю зеленый лучок и покушаю, наверное. Даст Аллах, поем. Так что как-то так. Девчонки, здесь у меня такой бордельник, честно, приходите, приберитесь вместе со мной. Такая. Здесь вообще жесть, что творится, девочки. Это надо все коробки мне прибрать опять. Там, короче, ну, короче, даже я не могу, слов даже нету. Просто. Вот. А еще я ехала вчера это на машине, и там где-то увидела какие-то эти, как его там, типа, сейчас я вам покажу, такие штучки собрала, не знаю, что это, вот такое, нашла там где-то, проезжали мы, в общем, и вот такое вот, буны бурданалдым, йолды гидьёдум, чей, да? Забыла, как у них машина, говорят. Аркадашларым ли гидьёдум, биярда би дау гёрдум, бембеяз. Дедим ки, вай бе, бу не я, тебешир му? Хай, дур, дур, дедим. Онар гюльё. Сонра бактым. Яны беяз. Девчонки, я даже не пойму, что такое. Знаете, честно скажу, это похоже на мелочки украинские. Были беяз, бидагдан, бунларны бираз алдым. Ну, она песочная структура, абсолютно песочная. Ей можно погрызть, я думаю. Будет так, хруст такой. Сегодня моя соседка плакала, так вообще жалко. Не знаю, что там у нее случилось. Вот. Одни соседи мои уехали. На лето они уезжают, оказывается, в этот деревню или куда-то. А, нет, в Измир, она сказала вроде. Вот, они уехали, нету соседей. Рядом которые. Дедушка с бабушкой. Вот. Заказала, девчонки, знаете что? Сегодня заказала дочке плащ. Не сегодня заказала, а вот на днях заказала. Получила этот плащ. В общем, я купила себе такой и ей такой же одинаковый. Она даже не знает, что у нас будет похожий плащ. Даже не в курсе. Ну вот. Младшей моей. Потом заказала себе курточку. Ну, я ее, может, покажу вам. Я все говорю, покажу. Если честно, я не очень хочу показывать вещи, которые я заказываю. Ну, потом там напишут мне, ой, хвастаюсь. Если честно, я показываю это вот, чтобы
приклеить к мелофому. Что думаете, я это все так хочу показывать? Нет, конечно. Уже не знаю, какие видео мне, ну, к меловому, чтобы... Я же не снимаю на природе. Мне там сказали, снимите видео на природе, девчонки. Но на какую природу я здесь пойду? У меня здесь поля. Вот там. Поля, долины такие, да? Идти куда-то, ехать куда-то, снять видео. Ну, если я куда-то поеду, я сниму, конечно, там видео. Но специально для этого ехать, ну, как-то не так, да? И на улице там поешь на улице мел, девочки. Ну, конечно, это можно где-то вот в лесочек, да, зайти там где-то тык-тык-тык погрызть там и вам снять видео и все. Но если кто-нибудь увидит, скажет тю-тю, короче, ну вы поняли, да, здесь же, ну что скажет, ты что кушаешь, скажет. Да вообще там могут и полицию вызвать, белую вещь увидеть. А вот, поэтому приключения себе на голову искать не хочу. И на террасе хотела поесть, такая, думаю, ой, там, думаю, столик расстелю красиво, все мелочки, хотела вообще вот туда поляну такую сделать, меловую, в общем, снять видео, и вот начались дожди. Да, теперь недельный прогноз, дожди, в общем, на целую неделю. Дай Аллах, солнышко выйдет, я думаю, что, может быть, я буду снимать на террасе, как я буду кушать мел, и вам, чтобы было интересно, и эта улица, в общем... Есть там такие желания. Вот. И еще там был заказ покушать Туркестан крем. Туда же и Туркестан макнуть. В какой-то крем макнуть Туркестан и сверху посыпать меловой пудрой. Можно, конечно, это сделать. Но я думаю, что там мне все напишут, нету хруста. Просто. Потому что хруста не будет. Такого, да, которые хотят услышать. Но я сделаю это. Глухой будет хруст. Вот, потому что Туркестан я уже ела в этом, вы знаете, в голубой узбечке. У меня там есть звездное видео. Помните, да? Там этот самый много просмотров вроде бы. Когда я была это у мамки. Там снимала. Помните, как свалился он у меня с руки-то еще так намазюкала, такая все, такая хорошо укусить хотела, я ну как ушандарахнула все, блин, вообще там такое. Ну ничего, в общем. Также я сняла видео это, я помню. Вот. Ну, туркестанчик, да. Сейчас придут туркестанчики все, и я буду снимать с ними. Они еще там, в общем. Ну, самое главное, что Улбасын, большое спасибо тебе. Я заказала у этой девочки с Алматы. Она мне отправила. И Даночка, большое спасибо. Я тоже получила твою глинку. Девушка с Чимкента, с Казахстана тоже. Я у нее заказала глины 33 килограмма. Они уже у меня. Ну, то есть в Бишкеке. Улбасын, я заказала 24 килограмма глины. А, тоже они в Бишкеке. Так, тоже в Бишкеке. Когда получу, не знаю. Но получу. Киллерым бар, спарыш вердым. Казахстандын, чок гюзель килле. Орда Туркестанынки бүттүн чешитлери бар. Хепси. Туркестанынки галиба 8-9 бир чешити бар. Чок бар яны. Onlar hepsini sipariş verdim. Onlar ama hepsi şeyde Kırgızistan Bişkek'te oradan kargo bilen buraya gelecek. Bekleyeceğiz. Çeşitleri çok var. Hem de Türkistan en güzel galiba kil bana göre. Tozlu, tadı da böyle kaymak gibi ve toprak hepsi beraber orada. Там девчонки так много Туркестанов. Даже Туркестан вот красные есть. Туркестан красный, Туркестан кудряшка, плитки Туркестан, белый Туркестан, там белый 1-2. Вот идет. Потом Туркестан белый, Туркестан классик, Туркестан... Ой, девочки, так много их, этих видов Туркестана.
Ну, я знаю, что они все просто суперные. А, Туркестан сливки есть. Еще что-то там, да? Много девчонки, я уже не помню. В общем, я их все заказала. Все заказала. И еще плюс там голубую тоже заказала. Они голубую продавали вроде, тоже заказала. И розовую узбекскую. Так что вот как-то так. Надо из розовой узбекской сделать кремчик. Вот, у меня нету крема. У меня вот такие крема. Туркестанчик. Голубая. И вот красная баткенская там у меня есть. Вон там меловой крем есть. Там вот этот вот белый Казахстан, наверное, смешанный с... Я все-таки думаю, с украинской. Там в перемешку. Ну вот как-то так. Ну ладно, опять задержала со своей болтушкой. Увидимся. Я знаю, что некоторые смотрят меня до конца и поэтому пишут комментарии. Соответственно, спасибо вам большое всем. Подписывайтесь, ставьте лайки. Очень благодарю вас за все. Очень. Прям вот столько благодарностей. Вот. И новым подписчикам хочу сказать. Очень рада, что вы подписались и что вы со мной. Жанрым, өпүрүм сөйөрүм, абоне болуп. Яны, каргомуз давам эдечек, иншалла. Ислак келинче, бир аз сиян оларды куртачыз. Куртпак үчүн күнөшүмүз жок, качты яна бир афталык болмойжакмыш, садаже ямур болочакмыш. Нейсе олсун. Yani şimdi dışarı koyacağım. Orada kuracak bunlar. İnşallah bilmem bir hafta ya 10 gün sonra kuracaktır da. Düşünüyorum. Çünkü çok ıslak. Nemli yani. Biliyor musunuz? Çok nemli. Ya soğuk hem de. Tuzlu. Çok tuzlu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. О, гости пришли. Давайте, мои дорогие, bye bye.